Всем привет! Сегодня я приготовила торт. Так как я готовлю на большое количество людей, у меня ингредиентов больше. Но я буду озвучивать только то, что нам понадобится для одного тортика. 4 яйца, 200 грамм сахара, 200 грамм сметаны взбиваем. Сухие ингредиенты все перемешиваем. Муку 250 грамм, 2 столовые ложки какао, разрыхлитель. Все перемешиваем и добавляем в жидкую смесь. Все взбиваем блендером, отправляем в духовку на 30 минут на 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Дальше готовим крем. Для этого нам понадобится 200 грамм сливок 33%, творожный сыр 300 грамм, 100 грамм сахарной пудры. Все взбиваем. Разрезаем наш торт пополам. Для пропитки согреваем молоко и шоколад в микроволновке. Дальше собираем наш торт. По желанию можно добавить начинку.